Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». В ефірі програма «Це вас хвилює» і сьогодні тема нашої зустрічі – надання безоплатної правової допомоги у Миколаївській області. Підіб'ємо підсумки минулого року та поговоримо про перспективи розвитку цього напрямку діяльності і в нашій області, і в Україні загалом. Одразу ж хочу зазначити, ми працюємо у прямому ефірі і номер нашого телефону 76 92 42, цей номер ви бачите на своїх екранах, і за ним можете звертатися та ставити свої запитання нашому гостю. А у нас в студії сьогодні компетентний гість, пан Валентин Чистий, директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області. Доброго дня, Валентине Олександровичу. Я рада вітати вас у нашій студії, і одразу на початку я попрошу вас дати визначення, що таке безоплатна правова допомога, хто має право її отримати, і хто в нашій області надає таку допомогу? Безплатная правовая помощь – это помощь, которая оказывается государством определенной категории лиц. Эта бесплатная правовая помощь предоставляется государством на основании тех обязательств, в том числе международных, которые он подписал, согласившись жить в цивилизованном обществе и выполнять законы цивилизованного общества. До 2012 года бесплатная правовая помощь оказывалась, но по несколько другим принципам, другим закона не было, подзаконными актами, постановлениями Кабинета министров, приказами Минюста и прочими нормативными документами. Но затем наступило время, когда государство поняло, что для того, чтобы люди не жаловались, чтобы эта помощь оказывалась эффективна, людьми, которые юридически подкованы и контролируют расход денег, был принят закон в 2011 году о бесплатной правовой помощи населению Украины. И согласно этому закону создавались центры по оказанию бесплатной правовой помощи в областях. И такой центр у нас был создан в 2012 году. И я, как его директор, был назначен в конце 2012 года. Закон о бесплатной правовой помощи предусматривает ряд категорий лиц, которым эта помощь должна оказываться. Прежде всего, это малообеспеченные, дети-сироты, лица административно задержанные и арестованные, лица, задержанные по подозрению в совершении преступления, осужденные, а также лица, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей, и лица, в отношении которых ведется уголовное производство. Согласно нового Уголовно-процессуального кодекса, защитник для них привлекается следователем, прокурором, следственным судом, судьей или судом. Вот. И они выносят соответствующий документ, постановление. И мы получаем это постановление, обязаны его выполнить. Существует определенная категория как по адвокатам, так и по времени. То есть мы обязаны в течение определенного времени, обычно это необычно, по закону, до 2 часов, что адвокат должен прибыть. Час на поиски адвоката и час адвокату на то, чтобы прибыть на место. Это поэтому. В течение 2013 года мы оказывали правовую помощь только по криминальным провадениям и лица, которые задержаны в административном порядке и в уголовном, а с 13-й половины 2014 года. С 2014 года, с второго полугодия, значит, закон дальше стал развиваться, вступать в действие, он был принят частями, и были созданы центры вторичной бесплатной правовой помощи в Николаевской области. Такие центры у нас три, это первый центр, второй центр Вознесенский. И эти центры оказывают правовую помощь путем получения заявлений и предоставляют адвокатов для участия в гражданских и административных делах. То есть вы сказали, что існує региональный центр и да, місцевий. С минулого року вони почали свою роботу. В чому полягає основна відмінність в роботі регіонального і місцевого центрів? І хто ж працює в місцевих центрах? Які там основи роботи? Регіональні функції розділились. Регіональний центр осуществляє
организовывает, направляет, контролирует деятельность как свою, так и местных центров. Кроме того, на нас возложена функция приема звонков по бесплатному номеру. Я думаю, вы его покажете чуть так, позже. Так, час від часу он з'являтиметься на наших экранах. Это телефон горячей линии, на який можно телефонувати безкоштовно. У нас есть круглосуточно дежурят уполномоченные по предоставлению бесплатной правовой помощи, которые отвечают на вызовы, принимают заявки работников полиции, сейчас уже полиции, и других правоохранительных органов, имеющих право на задержание или вынесение соответствующих постановлений суда. Значит, получая эти все сообщения, уполномоченный реагирует, вносит сведения в определенную базу и в автоматическом режиме получает так называемое поручение, доручение на украинском языке, которое направляет потом органу, инициатору. Местные центры занимаются только, как я уже сказал перед этим, гражданскими и административными делами. Люди туда обращаются по всем вопросам, связанным с решением не только за консультацией, не только за разъяснением вопросов, но и для написания жалобы, для составления исковых заявлений и сопровождения дел в судах. То есть полный юридический супровід, начиная от написания скарги и уже до представительства в суде. Начиная с консультации. Иногда в результате консультации приходят обе стороны к выводу о том, что можно в суд не обращаться, потому что эту проблему можно решить на уровне досудебном, либо обращение в суд перспективы не имеет. Тоже часто такое бывает. Давайте зараз чітко визначимо, куди ж треба звертатися громадянам в кожному випадку, якщо їм знадобився адвокат. Ну, давайте еще раз повторюсь. Значит, для криминальное. Криминальное уголовное производство, там два этапа. Первый, когда лицо задерживается по подозрению в совершении преступления. Работники полиции обязаны по закону, есть слово такое, немедленно сообщить об этом в наши, мы ее называем дежурной частью, чтобы не полностью там название большое, отдел по организации правовой помощи задержанному лицам. Дежурный регистрирует и то, как я уже говорил перед этим, выдает поручение. То же самое постановление, еще раз повторяю, и по постановлению мы даем для участия на досудебном следствии в судах первой и второй инстанции в кассационном производстве. Есть одна особенность. Если работниками правоохранительных органов задержан гражданин, и родственникам неизвестного местонахождения, то не приходят, не знаем. Они имеют право к нам обратиться. Мы делаем официальный запрос по телефону. Тут же в орган, который они указывают, и те обязаны нам немедленно дать ответ. Есть такой человек у них, и в каком качестве он там находится. Приглашенный, задержанный или это. Вот. Это вот недавно ввели, в 2014 году новшество такое ввели, потому что народ обращается, мы не имеем права вроде как отвечать. Сейчас мы очень широко пользуемся этим правом, люди довольно часто обращаются, и мы удовлетворяем. А если административная справа? Административное задержание. Это на улице работники полиции задерживают за появление пьяного вида и прочее хулиганство. Так же самое нам немедленно сообщают, мы направляем адвоката, и присутствие адвоката задержанный говорит о своем желании иметь адвоката или отказывается от адвоката, но повторяюсь, только присутствие нашего адвоката. Вот такое. Что касается гражданско-правовых отношений, как я говорил, то значит, еще раз хочу повториться, кто имеет право на такое обращение по гражданским и административным? Это малообеспеченные. Значит, малообеспеченность проверяется через органы райсобеса, то есть лицо, которое состоит там на учете, имеет право на получение субсидий и прочих. Вот. Дети-сироты, инвалиды, ветераны войны и жертвы нацистских преследований, инвалиды, лица с ограниченной дееспособностью, лицам, которым предоставляется принудительная психиатрическая помощь, реабилитированные и... Сейчас очень широкую помощь мы оказываем демобилизованным или лицам, которые имеют удостоверение участника АТО. Угу. Там очень большая программа,
Очень большое сотрудничество, подписаны меморандумы с соответствующими организациями, оказывающими помощь. І проводиться дуже велика робота для встановлення. Дякую, Валентину Олександровичу. У нас є зараз дзвінок до студії. Алло, доброго дня. Добрий день. Будь ласка, назвіть себе. Скажіть, будь ласка, можна к Валентину Михайловичу обратитися? Олександрович. Да. Будьте так добры. Вот у меня умерла мама, а гараж не приватизированный, был на ней. Я дочка, она там оставила на меня все, ну, наследство, все. А гараж, получается, в нотариальной конторе, ну, не было предмета, как бы, вроде, оставить наследство. Вот. И председатель кооператива требует, чтобы я, ну, все это через суд оформляла. Как вы подскажете, правильно это или нет? Ну, в любом случае вам придется, если нотариус не подтвердит ваше вступление в наследство, то есть вы обязаны обратиться в нотариальную контору, заявить о своем праве на наследование, затем вы получите перечень документов, которые необходимы для того, чтобы подтвердить это право, и, видимо, вам придется действовать для того, чтобы этот гараж оформить, вначале оформить. А потом уже нотариус будет вам закрепляться. Тобто спочатку дійсно треба звернутися да. для того, щоб приватизувати Если, об'єкт? Да, да, ну не приватизувати, тому що ні, не приватизувати. Сам заказати сам факт, що этот гараж законним образом построений, имеются на нього всі документи. Якщо документи є вже на лицо, которое умерло, то туди вже треба оформляти наслідство. Якщо наш глядач має право на безоплатну правову допомогу, в який з центрів краще звернутися? Я обращаюсь к вам, а де ви живете? Вже зв'язок ми втратили, але нас чують, тому ви можете зараз сказати. Значить, ви повинні обратитися, якщо ви проживаєте в місті Ніколаєві, центральний заводський район, ви повинні обратитися в перший центр по вулиці Образцова, 4А. Це в районі старого ЖД вокзалу. От, вас там приймуть, підкажуть, які документи вам треба предоставити, і якщо ви підпадаєте під категорію, яку ми оказуємо безплатно правову допомогу, мы окажем вам всю помощь. Если нет, у нас есть адвокаты, которые работают по системе так называемой пробона. То есть они оказывают вообще бесплатно, без всяких контрактов и прочего. Или мы посоветуем обратиться к другим юристам, очень много общественных организаций, которые оказывают такую помощь. Но без совета мы вас не оставим, обращайтесь. Дякую. Если вы проживаете в Ленинском и Корабельном районе, тогда улица Космонавтов 61А. Это другий центр. Да. И мы можем еще один звонок от глядача. Алло, доброго дня. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у нас вот такой тяжелый вопрос. 3 года назад до всех событий с России муж уехал на Москву на работу. Вот 3 года ни разу не позвонил, когда хотел, высылал деньги. У меня на руках 6,5 лет ребенку. Я работала, но в связи с такой зимой пришлось уволиться. Сейчас большие долги. А он отказывается. Вот только 5 минут с ним разговаривал, он меня послал, денег не высылает и сказал, лучше тебя убить с детем. Что мне делать? Тобто зараз мова йде, я так розумію, про призначення примусових аліментів. І... Аліментів і оказання допомоги від государства, як матері-одиночки. Я не можу бути матері-одиночкою, тому що ми в законному браке, і я живу в його приватизованому житлі. Ну, ребенок я приписана. Я прошу прощення. Но я мог бы отвечать на этот вопрос достаточно долгое время. Если вы сможете, подойдите мне на Никольская 46, мы с вами поговорим в любое время, где-то с 10 до 17. И мы поговорим с вам, поднимем документы и подскажем выход из положения. Вас устроит так? Або якщо ви чули, перший та другий місцеві центри, вони теж, наскільки я знаю, справами з аліментами теж... Ні, всі, тільки треба під категорію підвести. Дякую за відповідь. І дуже суттєве питання, яке виникає, я думаю, у багатьох, хто звертається до вас. Яке джерело фінансування центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги? Оскільки ми розуміємо, що оплата роботи адвокатів, вона вимагає значних коштів, так само, як роботи центрів. Я перепрошую, ми повернемось до цього питання за хвилину, маємо ще один дзвінок від глядачів. Алло, доброго дня. Алло, здравствуйте. Доброго дня. Як... У мене такий вопрос сложний. Я бувший дядечник, воєнний, приравнений
Тернобыльцем. По постановлению Кабинета министров от 92 года, номер 647. Нас государство, так понимаю, бросило. Нас осталось в Украине считанные единицы. И я обращался и в Киев, и в область, и в район. Суды подавал. И ничего не решилось по поводу назначения досрочного, как льготы, купенки. И меня сейчас вот хотя бы на год раньше уйти, на полтора года. Как этот вопрос решается в государстве или нет? Потому что у нас осталось единица, все это умирали. Первомайские дивизии, которые сократили ядерщиков, брали боеголовки. Там осталось, я вот сколько ездил там знакомый, там осталось, ну, единицы. Я в Украине единицы, а нас никто не вспоминает и не помнит. Ми зрозуміли ваше питання. Я дякую. Будь ласка, Валентину Олександровичу, якщо по цій темі ви консультуєте. Щоб дати вам кваліфіцірований відповідь, я должен посмотреть документи. Значить, я прошу вас так же, як і предыдущого дзвонившого, подойти к нам на вулицю Никольскую, 46, показати документи, ми з вами определимося, що зроблено, що можна зробити. І яким образом це? Тобто тут в конкретному випадку треба такий шлях визначати. Ну, можна я спочатку на одну питання? Так, так, будь ласка. Я, може бути, не сказав, значить, безплатна права допомога ділиться на два види – первична і вторична. Наш центр займається вторичною безплатною правою допомогою, яка заключається в тому, що ми предоставляємо адвоката, і тоже имеем право на сопровождение клиента в судах. Первичная правопомощь – это когда гражданину, человеку надо узнать, куда обратиться и как. Вот, вот первичную правовую помощь оказывают государственные органы. Угу. Вот сейчас вот эти все три вопроса были по линии первичной правовой помощи. Хотя к нам приходят, естественно, мы никого не отказываем, всем говорим, звоним. Решаем вопросы. Вот даже вчера звонил один осужденный, что его должны были выпустить, не выпускают. Ну, это не наша компетенция, но тем не менее мы вмешались, и он был освобожден. Тобто, хоча у вас центр вторинної допомоги, по консультації такі до вас все одно звертаються? Позже ми ще, я хотів би повернутися до цієї теми, первичної, вторичної. А зараз я хочу відповідати на ваш предыдущий вопрос. Я бачу, що у нас є ще один дзвінок глядача, якщо ви не заперечуєте, ми ще спробуємо відповісти. Алло, доброго дня. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Дмитрий, я инвалид первой группы. Вот у меня возник такой вопрос в пенсионном фонде. Где вы живете? У меня была инвалидность первой группы Б. А теперь мне сделали перегруппу уже на пожизненное. Сделали первую группу А. И вот у меня оставалось 2 месяца до перегруппы. И вот когда я ценюк добавлял пенсии всем, мне добавили, сделали добавки там на 200 гривен. А теперь я переделал на группу А, и мне должно быть на там 250 или 300 гривен больше, потому что первой группы А больше должно быть. И в пенсионном фонде мне говорят, что типа не добавят, потому что там какой-то стаж нужен. Но я как бы читал закон, что для этого стаж нужен. В каком районе вы проживаете? Заводской район. Дякую. Зараз ви почуєте відповідь на своє запитання. Сделайте письменні запроси, получите письменний ответ в пенсионном фонде, а потом с этим ответом и письмом обратитесь на улицу Образцова 4А. Для того, чтобы вам изучили это письмо, и если понадобится, помогли составить исковое заявление в суд к пенсионному фонду о виплаті пенсії в положених розмірах. Тобто перше, що треба зробити, це письмове, офіційне звернення, зареєструвати його. Щоб ми могли протестувати якийсь документ. А на словах практично в суд не підеш. Пане Дмитре, я сподіваюся, ви зрозуміли, які подальші дії вам необхідно зробити, і будемо сподіватися, що ви свою справу вирішите позитивно на свій бік. Повертаємось до теми фінансування роботи центрів. Центри фінансуються з державного бюджету, окремою строкою. И о важности этой помощи, и то, какое внимание придается со стороны Европейского Союза и других государств, членов Организации Объединенных Наций, говорит тот факт, что за 3 года, во всяком случае за последние 2 года, этот бюджет, наш бюджет, ни разу не уменьшался, а даже увеличился. То есть мы финансируемся за счет государственного бюджета.
различные учебные мероприятия, там, где мы учим адвокатов на тренингах, где обучают директоров и региональных, местных и других работников центра, финансируется за счет источников небюджетных, то есть за счет добровольных пожертвований, за счет фондов различных. Какие-то гранты, возможно? Гранта у нас нет, у нас есть фонд возрождения, который активно нас поддерживает, фундация правовой защиты, канадское правительство Соединенных Штатов, Бельгии, различные правительства, они спонсируют эти все мероприятия в рамках программы. У них все программы по оказанию помощи Украине по развитию вот этого всей системы. І наостанок, наприкінці нашої зустрічі, дуже такий момент хотілося б висвітлити, які перспективи діяльності і розвитку центрів надання безоплатної правової допомоги. Ми розуміємо, що це надзвичайно важливо для громадян, навіть наш ефір цьому підтвердження, по кількості дзвінків ми це бачимо. Як далі буде розвиватися і чи буде взагалі розвиватися цей напрямок? Я уже сказал, что в 2013 году был только один региональный центр, в 2014 году созданы межрайонные местные центры, в 2015 году, я извиняюсь, и в 2016 году, в этом году, есть уже решение Кабинета министров о ликвидации районных и городских управлений юстиции, и на их базе создают бюро бесплатной правовой помощи. Таких бюро планируется в области где-то 18, в городах, там, где находятся наши центры, они создаваться не будут с целью экономии. И вот эти бюро будут как раз оказывать первичную правовую помощь и обеспечить доступ граждан к электронным реестрам Министерства юстиции. То есть будет стоять компьютер, и любой человек придет, если он знает, как он садится, включает, набирает, делает запрос, и ему распечатают нужный документ. Те, кто не знает, мы будем оказывать помощь, и он будет получать с нашей помощью. То есть бюро будет ориентировано на дание первинной правовой помощи? Да, допомоги. Первинной правовой помощи, ну и вторинной тоже. Если надо будет пойти защитить чьи-то интересы в администрации, в местных органах власти, то мы уполномочены будем на такую деятельность. С какого часу планируется? Будет планироваться с начала второго полугодия. То есть с другого півріччя поточного року вже... Если ничего не изменится, вот сейчас в апреле уже будет объявлено в официальной ликвидации, дается время на ликвидацию тех, штаты у нас будут на каждое бюро по 2-3 человека, это будут не государственные служащие, а всего по Украине вот таких работников районных городских управлений юстиции где-то 5000 человек госслужбы сокращаются, то есть облегчение для бюджета, облегчение для людей. А мы не являемся госслужащими, и люди не будут тоже госслужащими в этих бюро. Ну, це насправді така велика очень тема большая, для окремої розмови. Я думаю, що ми повернемось на наших зустрічах ще і до організації роботи бюро і продовжимо говорити про правову. Вторинну правову допомогу. А на сьогодні наша з вами зустріч закінчується. Я дякую вам. У мене ще минута є? За участь. Так, буквально одна хвилина. Значит, я хочу сказать, что первый Николаевский центр, я уже говорил, Образцова 4А2, он обслуживает центральные заводские районы Николаева, а также Березанский, Николаевский, Новодесский, Очаковский районы, город Очаков. Телефон этого центра 47 20 90. Второй Николаевский центр находится в районе площади Победы, улица Космонавтов 61. Телефон 44 54 60. Обслуживает Ленинский, Корабельный, Николаева, Баштанский, Березнеговатский, Снегиревский, Жупневый, Новобубский, Казанковский районы Николаевской области. Вознесенский центр расположен в Вознесенск, улица Кибрика 4/4, и обслуживает все северные и северо-западные районы области: Арбузинский, Братский, Веселиновский, Вознесенский, Врадевский, Доманевский, Ланинский, Кривоозерский, Первомайский районы, а также города Вознесенск, Первомайск и Южноукраинск. І номер гарячої лінії, шановні глядачі, ви бачили на своїх екранах. За цим номером ви можете телефонувати з будь-якого приводу і отримувати консультацію. Далі вам підкажуть, до якого з центрів краще звернутися. На сьогодні наша зустріч добігла свого завершення. Я прощаюся з вами. На все добре.